Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет немножко необычное видео. Так как обычно в своих видео я чиню тюнинговые машинки. А сегодня у нас будет пару... В общем, забыл, как называется, но для этого нам пригодится 10 рублей. Бумага, я их не достал. И пластилин. Еще понадобится термоклей. Ну или любая вещь, которая застынет. Которые не жалко, которые вы сможете, так сказать, выкинуть. Но выкинуть не просто так, не везде. Ну так, а мы начинаем. Сначала нам понадобится пластилин и 10 рублей. Раскатываем пластилин, чтобы он был потеплее. Берем 10 рублей и любой стороной надавливайте на пластилин. Аккуратно, медленно и плавно. Главное, чтобы монетка была не сильно вдавлена. И была вдавлена только вот, так сказать, на свою ширину. Потом мы аккуратно выковыриваем. Так, чтобы практически не поменять форму, у нас остался след. В это место мы берем и заклеиваем термоклеем или любой жидкостью, которая в дальнейшем застынет. Теперь возьмем и подождем, пока она растечется. У нас получается как бы моделька 10-рублевой монетки. Ну или если надо 5-рублевой, если надо любой другой. А этот лайфхак нужен будет для того, чтобы... Если у вас нету много мелочи, 10-рублевых или 5-рублевых монеток, а знаете, в торговых центрах есть такие автоматы, которые бросаешь монетку, там любую 10-рублевую, 5-рублевую, и вам там выпадает конфетка, жвачка или что-то типа того. Ну так вот, если у вас нету много 10-рублевых или 5-рублевых монеток, вы можете использовать этот пранк и с помощью вот таких вот... Блин, помял маленько. С помощью вот таких вот... искусственных монеток так сказать красть жвачки или что-то типа того. Вот я таким способом уже пользуюсь. Это уже моя такая не первая подделка, я решила снять. Вот для второго пранка нам понадобится бумага. Сейчас я за ней сбегаю. Ой, не пранк, а лайфхак. Ну, или картон. В итоге я сломал себе нож, но зато вырезал кусок. Потом сходил за ножницами. Так, я взял картон, который по высоте примерно такой же, как монетка. Теперь мы берем сверху монетку. Берем карандаш. Обводим монетку. У нас получается кружочек. Ну, я сделаю несколько таких кружков. Ну, вот я нарисовала две монетки. Теперь я их вырезаю.
на первом месте. Вторую я вырезать пока что не буду. И вот эту монетку также, ну, вот эту вот, как бы, монетку. Можно тут даже нарисовать что-нибудь. Чтобы те, кто собирали, поняли, те, кто собирали монеты из этого автомата, поняли, что их обманули. Ну, вот этот нарисовал, 10 типа рублей. На камере оно, конечно, не так, как в реальности, но все же. Ну, и так же, как обычную настоящую монетку суете. Главное, чтобы картон был крепкий. У меня он крепкий. Вот, и все. В принципе, можете совать также. Вот. Что с нашей пластиковой монеткой? Конечно, в этот раз я взял не очень хороший пластилин. Поэтому вложу монетку и подожду, пока он застынет. Когда он застынет, вытащу монетку. Буду заливать по застывшему. Вот. Ну, а эту монетку можно сравнить с настоящей. Конечно, это у меня получилось не очень, потому что обычно они у меня лучше получаются. Ну, вот. Не совсем правильная монета, так скажу. Поэтому зальем ее еще раз. Ладно, в общем, вот такие вот пару способов сделать не настоящую монетку. И с помощью нее обкрадывать, так сказать, автоматы. На этом спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Ссылочка на видео для настоящих русских на моем канале будет в описании. Спасибо всем за просмотр.